Отец, братья, я всегда дружили с апостолами. Знакомство имели, ходили, братство имели, друг друга красили. Крутые убежали все, испугались. Раз я погнали. Бомбили. И испугались, и уходили. Через тогда пешком ходили. Саакашвили, я не делал все, Саакашвили. Если не завел ты сюда войска, тогда все на месте были. Он специально загнал, что это ущелье взяли. Ох, что они делали, Саакашвили. Саакашвили сделал кошмар здесь. Если будет перемирие, запускать людей, тогда будет жизнь. Почему вы остались? Почему другие уехали, а вы остались? Я свой, вечно я никуда не иду. Здесь похоронено мне мать, отец, сын, 5 братьев, 4 сестры. И мне тоже здесь будут похоронить. Никуда не ушел. Родина моя, где я родился, где я вырос, где я знаю каждый клочок земли, каждый камень, каждое дерево. Это весь мой жизнь. И надеюсь, продолжение тоже так и закончится, что здесь я проживу, здесь я умру. Для этого живу, чтобы моим детям, моим будущим это передали. Для меня это самое красивое, самое такое хорошее место. В Абхазии везде место хорошее, везде красивое. Для меня это самое красивое, потому что я здесь вырос, я здесь родился. Все общаетесь, дружите, да. А, ну, какие-то свадьбы такие, что-то такое происходит? Свадьбы здесь. Нет. А что вы помните, вы же до войны тоже жили здесь, да? Какие воспоминания яркие остались у вас? Что помните? Все хорошо было до войны. Да. Больше людей, много людей было. Конечно. Да. Этот мост, Кокчарский мост, в 90-х годах в политике грузинской власти. Здесь установили границу, взорвали этот мост и между Руслановым и Абхазами сделали границу, чтобы не общались. Они с Дима и Кишмари этот мост восстановили потом. Открыли мост взорванный и начали люди общаться между собой ходить. Саакашвили опять пришел в 6-м году, опять взорвали этот мост, опять границу сделали. Ну, в 8-м году опять открыли, мы до сегодняшнего дня мы общаемся, ездим за границу. Я командовал спецслужбой, я сюда заехал, первый, когда я туда заехал, встретился со сванскими лидерами, я здесь, вот где мы сейчас с тобой стоим. Я предупредил, будет обстрелы, пленных будете брать, как раньше было до всего этого. Я говорю, я никому не позволю, говорю, буду, а никому не подчиняюсь, буду все села, буду сжигать, говорю, и так мы на этом остановились. Я сюда заехал, нам сказали, короче, сиди с миром, давай к нам домой. И с абхазским флагом я в палку поднялся, бычка зарубили, сели, покушали, выпили, я даже на третий день мне ПСРК подарили.
А вот здесь это героическое хребе. Это уже когда командование главком, то есть президент, главнокомандующий, тогда приказал, надо идти. Я сказал нет, не иду никуда. Я вернулся уже со штабом министром обороны Зайцев, министр обороны Кушмария Борисович. Я сказал, дайте 3 дня. Я говорю, я освобожу без потери. Ну, все удивились, но я сам знал, на что я иду.